Всем добрый вечер. Вот закончилась сборка станка у заказчика в Москве. Станок 5-осевой, 1777. Сел шуруповерт, поэтому еще до конца не прикручен алюминиевый стол и не прикручен сзади тюнинг. На заднем фоне там стоит второй станок, его будем собирать завтра. Этот станок уже подключили, он собран. У него все отлично работает. Сейчас даже покажу вам, как станок устанавливается в машинный ноль. Все довольно-таки автоматически. Заказчики пока довольны. Завтра на нем будем делать какую-то тестовую резку. Вот в таком вот ангарчике мы работаем. В принципе, все отлично. Все прилично. Вот станок 5-осевой. На шаговых двигателях в поворотном шпинделе установлены волновые редуктора. Станок очень точный. На нем можно работать как с деревом, так и с камнем и с мягкими металлами. Сейчас он движется к машинному нулю. Обнуляется по концевым датчикам. На беспорядок прошу большого внимания не обращать, так как, опять же, повторяюсь, сейчас 11 часов. Ночи. Вот, сборка еще не окончена. Вот, станок устанавливается в машинный ноль. Сейчас он едет к своим концевым датчикам. Подъезжает на более высокой скорости, потом отъезжает и уже дообнуляется на более низкой скорости, чтобы сохранить точность. Вот, после того, как все оси обнулились, он выравнивается в свое рабочее положение. Ну, всем спасибо за внимание, всем доброй ночи, до новых встреч, до свидания.